Здравствуйте, мои дорогие! Многие из нас сталкиваются с проблемой расширенных пор на лице, которые достаточно сложно замаскировать. Чаще расширенные поры можно увидеть в Т-образной зоне, особенно если кожа лица жирная или комбинированная. Усугубляется ситуация тем, что в расширенных порах лица скапливается жир и грязь, образуются прыщи и угревая сыпь. Причиной широких пор могут быть проблемы с обменом веществ, наследственность, плохая экология, погрешности в питании. Сузить поры на лице можно с помощью простых и доступных природных средств. Зеленая, белая, голубая глина. Один из самых эффективных способов не только сузить поры на лице, но и очистить кожу и нормализовать жировой обмен. Дело в том, что глина абсорбирует в себя все лишнее. Продается она в любой аптеке, а стоит сущие копейки. В домашних условиях предлагаем сделать маску из глины с добавлением эфирных масел. Для этого нужно развести глину теплой водой до густоты сметаны и тщательно размешать, чтобы масса стала однородной. А затем добавить несколько, не больше 6-7 на одну маску, капель эфирного масла, бергамота, лемонграсса, кедра или петрушки. Если нужно избавиться от черных точек, добавляйте масла мяты, кориандра, лимона или эвкалипта. Маску наносят на лицо на 10-15 минут. В это время лучше не разговаривать и не улыбаться. А потом смывают теплой водой и ополаскивают холодной. Лед из отваров трав. С вечера заварите чай из ромашки, мати-мачехи, лаванды, чабреца или крапивы. Заваривать эти травы можно все вместе или поодиночке. Когда отвар немного остынет, процедите его, залейте в формочки для льда и отправьте на ночь в морозилку. С утра протирайте кусочками льда лицо по массажным линиям, а также шею и зону декольте. Если вы превратите это в ежедневный ритуал, то очень скоро заметите, что кубики льда прекрасно тонизируют кожу, регулируют выработку кожного жира и сужают поры. Лимонные компрессы и маски. Чтобы сузить поры, избавиться от черных точек и угрей, можно сделать лимонный компресс. Он подходит для кожи любого типа, оказывает вяжущее и антисептическое действие. Для этого выдавливаем сок лимона и разбавляем теплой кипяченой водой в пропорции 1 к 2. Смачиваем в соке салфетку и на 15 минут кладем на лицо. Также можно сделать маску из лимонного сока со сливками. Для этого смешиваем свежевыжатый сок лимона и жирные сливки в пропорции 1 к 1. Наносим на 20 минут на лицо, а затем смываем. Такая маска поможет сузить поры, нормализовать работу сальных желез, отбелить лицо и избавиться от пигментных пятен. Проявляйте заботу о себе! И будете здоровы!